начал с самого вечера, зашибись. Ну, у меня как раз тоже сейчас вечер. Всем здравствуйте, с вами Миша. И, как вы видите, здесь пчелы летают. Я, кстати, вот, дом построил, как вы видите. А да, кстати, пчелы летают, а улья-то нету. Где ульи, вы спросите? А, вон их ульи. Блин, кто-то написал, наверное. Вот их ульи, пчел. Я, короче, тут пчелиную ферму завел небольшую, как видите. Вот, они тут уже позалетали, все ульи полные, кроме последнего вот этого вот. Я никак не могу понять, как достать мед. Может, с помощью обычной бутылки? Где тут бутылки? Вот, может, с помощью обычной бутылки? Точно! Вот как собирать мед надо. Ой, пчелы, извините. А, я забираю мед, и они это самое. Ой, пчеленок, там пчеленок. Еще один пчеленок. Все, вот как надо собирать мед. Я так и думал, как его надо собирать. Теперь я знаю, как его собирать. Все, пчелы, идите спать. Там зомби, наверное, на дереве. Это зомби на дереве, зомби на дереве. Давайте... А, не, он на грибе. Давайте ему выльем мед на голову. Ладно, нельзя так. Зато я знаю реально, как доставать мед теперь. Я раньше думал, как доставать мед, что ли, улья как-то... О, там два зомби, там у них любовь, что ли? О май гад. Ладно. Так. Что это, собственно, такое? Конструктор элементов. Конструктор элементов. А ну-ка. Создатель соединений. Лабораторный стол. Рассоединитель. Я, кстати, никогда не открывал вот эту фигню. Не знаю, что это за фигня. Надо будет сейчас попробовать. Только надо зомби гопнуть. И я сейчас вам все покажу. Все, что я тут понастраивал. Ну, спускайся. За ВДВ! Что вы тут трахопедрились, я не понял. И не думайте, что у меня голос может почти как у Гриши, но я не Гриша, я Миша. Я Миша, но не Гриша, понимаете? Так, все, теперь я знаю, как мед доставать. Все, вот вы слышали кошку, у меня тут, да, кошка. И как я обещал, я завел кошку, вот она на сундуке сидит, хотя у нее вот здесь вот было место, но я убрал ковер. И да, кстати, если кто-то знает... Напишите, что это за баг, почему я прохожу через этот странный стол. Да. Я не могу теперь сундук открыть из-за этой кошки долбанной. Ладно. Все, пчелы там повылетали, начали свою работу делать. Не будем им мешать. Сейчас вам еще кое-что покажу. Вот, не могу пролезть в двери, вот это мне не мешает вообще конкретно. О, все. Вот. Я вот еще кое-что построила. Это для моего Гриши тут. Ой. Ну ладно, так и должно быть. Гриш, привет. Поздоровайся со зрителями хотя бы. Че пялишься на меня? Ну гавкни. Вон, видишь, кошка уже 100 раз поздоровалась. Ну гавкни. Я сейчас ору на тебя. Ну гавкни, блин. Спасибо, блин. Наконец-то. Пока не наорешь, ничего не сделают. Ладно. Так. Значит, у меня здесь есть печка. Сундук, блин, на котором самая кошка сидит. Надо будет ее, наверное, туда Гриша поставить. Вообще, ее место вот здесь вот должно быть. Но она... Я ее заспавнил, она приручил, и она сразу на сундук поперла. Кошки вообще любят на сундуках и на кроватях сидеть. Все, зато теперь я знаю, как мед собирать. Отлично. Я так и думал вообще. Вы тоже слышите эти звуки? А, это пчелы, по-моему, этот мед делают. Я так понял. Так, значит, заходим в дом. И я сейчас хочу приручить лису. Вот где-то вот здесь будет для нее место. Где ковер? Я хочу попробовать приручить лису за молчком. У нее будет желтый ковер. Хотя можно было еще и здесь, ну да, плевать. Заткнись ты, блин, ты вообще со своего места ушла. Так, где тут еда? Вот, лесные ягоды, ну, сладкие ягоды.
И спаунеры тут тоже есть. Я еще думал, что здесь спаунера лисы нет, а вот она на самом деле есть. Я думал, что нет ее. А надо еще поводок взять. Я сегодня стрелу просто как приручить лису. Замолчи, вы уже надоели. Сейчас убью. О, пчелы там делают этот. Все, она со мной теперь? Нет? Мне кажется, я ее приручил все-таки. Она на меня зырила, видели? Ладно, давайте я ее отвяжу. И да, это видео будет коротким, потому что она поводок взяла в рот. Она поводок в рот взяла. Это видео будет немного коротким, потому что я сейчас иду мыться, так как я снимаю в 19:26. О, ты теперь на верстаке. Ну, сиди на верстаке. Ты, блин, лисица, отдай мне мой поводок, блин. О, там пчела это с брюшком запыленным. Все, пошла делать этот мед. Мне интересно. Так, а ну-ка, сейчас я открою все двери, лиса убежит. Да, она убежала! Или нет? Мне кажется, или я все-таки ее приручил. Короче, напишите в комментариях, если... Она сидит! Я ее приручил все-таки! Ура! Я ее все-таки приручил! Мне удалось ее приручить! Она сидит! Наверное. Хорошая лисичка. Ой, ладно, друзья, до свидания. Мне пора идти мыться.